Всем здравствуйте! С вами снова я, Елена Скрипина. Мы с вами будем вязать снежинку номер 3. Вот она так выглядит. И что нам нужно для этого? Я беру пряжу Дейзи 50 грамм 295 метров и крючок 1,5 миллиметра. Моточек у меня уже начат, я беру его. Значит, делаю петельку. Делаю петельку. И в эту петельку начинаю вязать. Вяжу первую воздушную петельку. И далее смотрим. Нужно нам 3 столбика с одним накидом чередовать с 3 воздушными петлями. Первую петельку мы связали. Вторая, третья, столбик с одним накидом в колечко. Три воздушные петли. И снова вяжем в это колечко. Так вяжем. Всего 6 у нас будет групп. По 3 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. Мы соединяемся, колечко затянули, вот что получилось.